Южный федеральный университет – один из крупнейших научно-образовательных центров России, который расположен на юге сразу в двух городах – в зеленом и насыщенном деловой жизнью миллионнике Ростове-на-Дону и в IT-столице России, активно развивающемся городе Таганроге. ЮФУ – 13-й вуз страны в рейтинге Interfax и входит в топ-540 университетов мира по версии QS. В университете около 27 тысяч обучающихся. Общий объем дохода от НИОКР более 2 миллиардов рублей в год. 6 исследователей вуза входят в 2% самых цитируемых в мире по данным Scopus. В ЮФУ более 100 студенческих научных обществ. Ключевые направления исследования – это нейротехнологии и нейроинтерфейсы, искусственный интеллект, функциональные материалы, электронная компонентная база, приборы, комплексы и системы, системы управления навигацией и связью, управление почвами и биотехнологии, также социальное программирование. В ЮФУ совместно с индустриальными партнерами реализована система развития проектной деятельности. Каждый студент имеет возможность строить свое обучение вокруг реальных исследовательских, заказных или предпринимательских проектов, как индивидуально, так и в междисциплинарной команде. Два раза в год проводятся проектно-образовательные интенсивы с FedUNET, одни из самых результативных в России по версии университета НТИ 2035. Студенты проходят тренинги предпринимательских компетенций и акселераторы. Лучшие проекты защищают стартапы как дипломы, презентуются на всероссийских инвестиционных сессиях и получают шанс на финансирование и развитие в нашей университетской стартап-студии. Через эту систему мероприятий ежегодно проходят порядка 10 тысяч обучающихся Юга России. В ЮФУ два пространства коллективной работы и развития, точки кипения в Ростове и Таганроге. Это возможность освоить гибкие методологии проектной работы, развиваться по индивидуальной траектории, работая с потенциальными работодателями, партнерами и клиентами.